Чебоксары вышли в финал всероссийского этапа национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня». Региональный тур прошел в Чувашии в июне. В нем участвовали все муниципалитеты республики. Но в федеральный этап удалось выйти только чебоксарам. Там в номинации «Лучшая система муниципальных закупок» участвовали больше 80 городов России. Лишь 13 попали в финал. Благодаря именно руководству администрации города Чебоксары мы добились больших успехов в системе закупок. У нас система закупок централизованная. По итогам 2017 года у нас экономия бюджетных средств по итогам конкурентных процедур составила 321 миллион 500 тысяч рублей. Это намного выше, чем прошлогодние показатели на 70 миллионов. Кроме того, чебоксары перешли на автоматизированную систему муниципальных закупок, благодаря которой заказчики экономят свое время, оформляя все документы в электронном виде. Также чебоксары – единственный в стране город, где весь процесс от планирования до исполнения ряда договоров централизован. Его контролируют контрактные управляющие в центре организации закупок, а не заказчики на местах. По такому же принципу пока работает лишь Новосибирская область. Все эти достижения добавляют столице Чувашии шансы получить премию «Бизнес-успех». Ее лауреаты станут известны 7 февраля.